Славянский венок – это уникальное проявление русской культуры в Эстонии. Впервые праздник состоялся в Нарве в 1937 году, и тогда это был единый порыв, который объединил 2500 исполнителей в один большой хор. На сегодняшний момент это большое общегосударственное, общеэстонское мероприятие с целым рядом концертов по всей стране. И здесь нам необходимо вспомнить и отдать должное уважение двум великим людям русской культуры в Эстонии. Это Николай Васильевич Соловей, который в 1991 году возродил традицию славянского венка в Эстонии, и Юрий Тимофеевич Поляков, который с 2015 года вывел праздник на новый, совершенно иной качественный содержательный уровень. И теперь мы говорим, что это действительно общеэстонское событие для всех эстоноземельцев. Это историческое событие, это культурное событие и это высокодуховное событие, на которое мы от души приглашаем всех эстоноземельцев, всех таллинцев, чтобы вместе отдать должное русской культуре в Эстонии.